В Тюменском храме Покрова Божией Матери подвели итоги творческого конкурса. Его объявили еще в июне. Дети делали рисунки и писали стихи на тему семьи. Из-за ограничений в связи с коронавирусом работы принимали онлайн. Призеров определили в нескольких возрастных группах, самые маленькие – до 7 лет. Участникам вручили подарки – это книги и развивающие игры, а победителям – роликовые коньки. Конкурс был общегородским. Организаторы говорят, что и дальше будут проводить семейные творческие состязания. Участвовала дочь у меня с работой «Семья. Рисунок на тему семья». Вот. Выиграли поощрительный приз. Рисовала она сама, карандашная техника. Эти конкурсы, они очень полезны же для детей, для родителей, для самих, потому что они участвуют вместе, и ребенок не только занят какими-то внешними телевизионными передачами, какими-то развлекательными, а он еще и творческим занимается. И занимается, человек должен посидеть, подумать, написать что-то, стихотворение или нарисовать. То есть это все из жизни, которая его окружает.